Бывшего замдиректора комбината по благоустройству поймали на взятках. За 4 года он получил больше 100 тысяч рублей от председателя СНТ за ремонт дороги. На Владимира Чебакова завели сразу 2 уголовных дела. Как выяснилось, бывший чиновник требовал мзду за дорогу, на ремонт которой выделили бюджетные деньги. Он решил нажиться на проблемах дачников, перезвонил председателю и потребовал взятку. Взамен пообещал предоставить во внеочередном порядке технику для обслуживания автодороги. Председатель вынужденно согласился с условиями чиновников и каждый раз за ремонт дороги передавал обвиняемому денежное вознаграждение, которое чиновник тратил на свои личные нужды. Коррупционная дорожка вела Чебакова вплоть до сентября 2018 года, пока он не попал в поле зрения МВД. Теперь ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 6 лет.